Всем привет! Два талантливых француза, Франсуа и Пьер, создали необычный проект. Они решили воплотить в реальность свои самые фантастические фантазии. Место, где люди смогут увидеть их творение, было выбрано символически – бывшая верфь в самом центре города. Остров Нант по большей части известен тем, что здесь родился и вырос Жюль Верн. Все машины созданы из дерева и стали – и способны самостоятельно передвигаться. Мастерская, в которой работают эти парни, занимает довольно большие площади на острове. Здесь работает галерея машин, посетив которую вы сможете посмотреть как уже на разработанные и функционирующие объекты, так и на машины, находящиеся на стадии разработки. Огромный слон из известной на весь мир книги Жюля Верна «Паровой дом» на протяжении 100 лет был только выдумкой, пока не обрел свое воплощение в мастерской Ля Машин. Своим телом данный гигант обязан Франсуа, именно он занимался его созданием. Габариты слона по-настоящему впечатляют. В высоту он 12 метров, в ширину 8, а его полная длина 21 метр. Основным отличием от литературного слона является тип двигателя. В отличие от прототипа из книги, где был паровой двигатель, здесь стоит мотор внутреннего возгорания. Еще одна достопримечательность острова носит название «Карусели морских миров», которая возвышается на 25 метров и имеет 22 метра в диаметре. Фантазия конструкторов из мастерской по-настоящему удивляет весь мир, как своими масштабами, так и фантастической реализацией.